бывают такие моменты на работе, когда благодаришь работу за то, что вот такие места находятся. Нашли небольшую речку, и во время небольшого отдыха купаемся, отдыхаем. Дальше я пожарю рыбу на костре. Жизнь, как этот песок, как мы бы ни старались, он уходит между пальцев. Так и жизнь. Поймали рыбу. Вон Серега ловит рыбу. Поймали. По кличке Минтай. И жарим на рожне. Такая палочка. Вот. И с двух сторон обжаривается. Потом будем есть. Когда мы и на работе, и на отдыхе. Редко. Вот не надо редко. Мы постоянно так отдыхаем. Постоянно так работаем и отдыхаем? Без комментариев. Вот без комментариев. А тут вот там кто-нибудь посмотрит, жена или еще кто-нибудь, вот. Скажет, он работает, вот как он работает. О, трудяга, работяга, да? Да, да, да. Вовка, а у тебя что за рыба? Я не знаю, как Жека, на С. Это называется хряк сибирский. Хряк сибирский тоже здесь ловится? Да. Это же везде ловится. Любой деревне в Сибири. Что звонил? Ну что, пожарили минтай. Сидим его пробуем. Едим минтай. Ничего так, более-менее. Обязательно овощи, ну и совсем немножко, вот клепсы такие, клетчатка. Углеводы практически сейчас не ем, утром единственное только грамм 70 это из углеводов только каша, остальные время суток одни белки и овощи. Поэтому сейчас посмотрим, что за 2 недели, сколько с меня слетит. Постараемся немножко подтопить жирок. Добавляем кардио. Сейчас, кстати, попробую. Здесь находим сейчас в лесу. Взял с собой петли 3Х. Ну, немножко позанимаюсь. Позанимаюсь, поплаваю. Вот так вот. Суперсет из 3-4 упражнений делаем. Окунаемся в воду. Это как за отдых. И дальше. Дома на 3 укола есть. Кто да, нахуй, 12-16. Да, понятно. Ладно, давай тут. Кидать будешь? Опа. Дай его чуть-чуть. Воду. Тут глуховато. Легкомоторный кукуруз. Пять. Вовка. Пять.
дать. Опа. А что так рано-то нахуй? Хуя себе, какое число, блядь. Просто нам Олеська сказала, что... Ну и как вам такой отдых, а? Замечательно. А тебе нравится или нет? Работа прёт. Вот видите, вон вдалеке, видите? Это решетинская нерпа. Или котик? А выпь болотная. Не, не. Выпь болотная под именем Яков Штепанжарик. Вот такая вот работа. Но это очень редко. Очень-очень редко. Ну покажи, что поймал-то хоть. Я бы не ловил, если бы меня не просили такую мелочь пожарить. Это Серега Зайн. За 2 минуты, да, ты? Это так, за один заброс. За один заброс поймал, говорит, вот видите. Не знаю, кто такой ее будет есть, но говорят, кто-то будет есть. Возвращаясь на работу назад, смотрите, какие... Деревенские парни, находчивые и рукодельные, какие трактора сами делают. Вон вдалеке, видите, наш комплекс стоит. Все, возвращаемся на работу. Собрали несколько комплексов. Все, в ночь начинается работа. Вот, смотрите, наш комплекс. Там дальше стоит еще один комплекс. И он еще один должен подойти. Работа будет из 4 комплексов. Продолжаться будет очень долго. Не менее, я думаю, что 1,5 суток. Работа, работа, перейди на Федота. С Федота на Якова, с Якова на всякого. Видите, работаем. И причем работаем. Сейчас на мосту, будем на мосту проходить. Вот сейчас бы... Ой, удочку. Да с моста да порыбачить. Такой закат я не мог, ребята, вам не снять, показать. Это что-то.